Знаете шо? А не шо? А квест начал работать, оказывается. Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь покоряем ПТР, осматриваемся, изучаем какие-либо моменты и просто делаем квестики. Да. Читаем сюжетную линию, покоряем сие контент, который, не знаю, может уже идет на завершение, а может быть его еще до кучи на самом-то деле. Да? Включу музычку, чтобы вам было повеселее. Квестики, квестики, квестики. Как же я по ним скучал. Я не хочу их лосать, так что просто сделаем так. Просто будем стоять и убивать их. Это же получается, я сейчас тигель даже открою. Да ну быть такого не может, это все вранье. 15 мобов, а они так разрозненно стоят. Грустненько. Еще и деактивация при атаке прерывается, ну что такое-то. О, тут хорошее количество мобов, мне нравится. Замечательно. Это именно та фаза ПТР, которую я ожидал относительно долгое время, потому что тигель мне очень хочется рассмотреть на самом-то деле. И вот сегодняшнее обновление, которое стартануло на ПТР, оно позволит, надеюсь, потестить мне его. Посижу, поанализирую, подготовлю текст впервые, и будет все классно, надеюсь. Так, что, еще один портал, еще маленько мобов. Это я умею. Что у меня там по уровню артефакта? 62-й. Там горнило на 60-м начинает работать. 63-м там уже следующее интересное улучшение. О, кстати. Сундук с сокровищами скверны. То есть новый сундук еще не сделали из Анторуса. Окей. Потом, может, сделают. При открытии рейда только. Это что такое? 1,2 миллиарда силы артефакта? Пойдите в прорыв бездны. А где войти-то в него? Ну вот оно. Ну давай, погнали. Так, и что сделать? А, я сейчас просто мобов стяну и все.
Ох ты, что они не тянутся? Интересненько. Ну, хорошо, пока они бьют одного моба, я сделаю вот так. И еще вот так сделаю. Ну что, сейчас вылезает главный моб, я его киляю, и что же будет дальше? Ага. То есть вот так вот это все происходит, то есть мобы тут вообще нигде никакие не двигаются. Окей. У него лицо какое-то забавное, интересное на самом деле. Особенно глаза, если это можно считать за глаза. А, он там малярию высасывает потихоньку. Интересненько. Ой, отлично. Так, и что дальше по квестикам? А, отнесите останки Велену. А, то есть он не надеялся, что мы выживем. Блять, гарнизонный ювелир еще называется. Не верил, прикиньте. Так, я где? А я портнулся не туда. Чуть-чуть. Чуточку мимо. А, вот теперь туда, куда надо. Отлично. Идеальный прыжок. Мне понравилось. Я поздновато юзнул духа. Так, маяк во тьме. Это что за квест? Убейте Луру. Да ну наконец-то я смогу это сделать. Это где в инсте? Локальные задания западного Макари. Ну, это вот здесь получается. Отлично. Ну что, начнем. Отлично. Усилите реликвию талантом. Укрепление света пустоты при помощи тигля света пустоты. Тигель света усиливает реликвию вашего артефакта. Поместите сюда неиспользуемую реликвию, чтобы узнать ее способности. Была бы у меня еще такая реликвия, какая-нибудь. Обычно же все реликвии вставляются и, ну, не хранятся.
А если... Нет, так не пойдет. Я же не перелинкую никак. В общем, надо как-то делать 63 уровень артефакта. На самом деле. И все будет весело. Хорошо. По факту все на этом цепочка квестов кончается. И мне остается только подфармить какую-то там, может, силу артефакта. И все. И разбираться с стиклем света пустоты. А, ну да. Скроем еще одну шмоточку. О, давайте скроем релик. Как раз таки. Я хочу вскрыть реликвию железа. Как раз самое то. Девятьсот десятое, да? Допустим. Интересно. Они обе на парирование, но имеют разный тип реликвий, и поэтому у них разные таланты. Я понял. Хорошо. Путь мой на ПТРе окончен. Теперь я просто буду делать различные информационные видосики. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок, как говорится, побольше, и работающих квестов. До скорого!